Просишь силы у природы? Да. Матушка природа, она о нас заботится, а мы о ней не всегда. Второй день постоянно плавают, все рыбачат и рыбачат, я не знаю, они вообще когда-нибудь без рыбалки живут, нет, постоянно, я так за ними наблюдаю, у них постоянно разные эти, всякие функции, сначала они идут на лодке вдоль берега, кидают от берега, потом выходят на центр речки, лошадь, тут у них электрический моторчик, их течением, здесь небольшое течение, их течение несет, они на стоях пробуют судака поднять. Так плывут на стояк, так дергают. Потом перестают дергать, начинают кидать в разные стороны. Профессионалы. Это, наверное, местные. Профессионалы, да. На таком борту. И ты их помнишь в том году тоже, да? Они тут постоянно, угу. Да. Два чудака. Ну, вообще не знаю. Но я сегодня видел, что они поймали рыбу. Вот врать не буду, недалеко отсюда. Такого бэчка. Такого, я не знаю, килограммчик может. Значит, какой-то толк знает рыбак. Но это нужно терпение. Здесь нужно и готовить, и туда, и сюда. А целый день чисто плавают рыбу ловят. Раз на берег перекусили, опять на рыбалку. Молодцы, что? Зарядные рыбаки. Собираемся готовить ужин. Разгорелся наш костер. Разгорается. Еще не разгорелся. А куда он денется? С подводной лодки. Будет сейчас все как по феншую. Хопа! Так, поленочку сюда. Дядя Юра, парень деревенский. О, понятно, гнилай. Не рубится. Велосипедист проехал. Оказывается, мы не одни. У нас что тут еще? Ой, раз у тебя столько помощников. У нас здесь что, велосипед? И одно бревно, и в другое. А Буратино все не нашел? Я никак не могу понять, у нас что, здесь велотрак? Или что? Заблудился человек. Надо было ему сказать, он же едет в никуда. Там нет выхода. Ну да, он сейчас будет возвращаться. А может, ее дорожка кругом леса? Нет, она идет кругом леса. Да. Они же все, ну, а те, которые делают обход мест. А, ну, кто делает обход места, они на лодке подплывают. Нет, тоже сюда тоже ходят. Они же смотрят за этими. Есть. Они подплывают на лодке, чистят тут все. Я думаю, они не будут все обходить ногами. Ну, есть дорожка всюду, Юр. Хорошо, согласен. Даже с этим согласен. Слушай, а нам больше надо? Да я тоже так думаю. Может, нам и надо, но тебе уже не надо рубить. Оставь силы на раколовку. На сомов. На сомов, да. А сейчас хотим сомов поймать, а поймаем раки. Прям чувствую я. Нам какая разница, с чего трапезу готовить. Топорик маловат. Вот такие мускулы разят топорик. Сказал даже самому смешно. Ну да, это... Ты же большой есть. Чего ты взял маленький такой? Места не было, палаток машину много. Машину не вмещался. О, удержал. Бояться денег не прятать, фамилию не называть. Ну, молодец. Из деревни нас можно выгнать, но деревню из нас... Это точно. Я тоже это поняла. Все, я думаю, хватит.
Да. А то слишком будет долго гореть и будем в темноте потом готовить. Ой, горит костерчик наш. Гори, гори, моя звезда. Юра хочет попробовать на всей скорости на своем баркасике. И кто у нас такой тут гонит? Почему остановился, не гнался за той? Почему остановился, быстро не ехал? Не шел? Да? Ну мы еще поставим кружочки или нет? А? Кружочки поставим? Да, я сейчас попробую закачать. Только насос у нас в машине. Пока угли прогорают, Юра занимается лодкой. Я сделаю на ужин салат с капусты, с красным луком, перчиком и зеленью. Нарезала уже капусточку. Сейчас буду делать салат. В обед посидели немножко, отдохнули с Юрой. А сейчас беремся за вечернюю работу. Поговорили с друзьями по телефону, с родными. Юра спускает воду, будет подкачивать дно. Спустила немножко, или пробила, или что, да? Не, пробка была не до конца закручена. Набрала воды. А дно почему спустила? Дном еще... Вторая проблемка. Стоит разобраться. Ну все. Ждет тебя подарок, наверное. Ты специально напрашиваешься. Да. Делаешь разные пакости. Напрашиваешься, Юра. Не знаю. Что-то никак не дождусь. Все делаю, делаю. Ну что, а я готовлю салатик. Уже размешала нарезанную капусточку, красный лучок, перец. Посолила хорошо, поперчила. Добавила зелени, ну, еще добавлю. Тебе, короче, дырявые мои тапки. Найдешь, извини, я тебя перебил. Они не дырявые, потому что у них дырка, а потому что они так сделаны. Сетчатые. Вот, правильно. Ну вот, показываю дырявые тапочки. Они в дырках. Сеточка специально для лодки, чтобы в воду заходить. Вода заходит и вытекает. Доставка подана, сударь. Нарезала еще зелень. Укроп и лучок зеленый. Сейчас выжму лимончик, добавлю растительное масло, и салатик будет готов к ужину. Так хорошо было, мушкары не было, а сейчас уже под вечер, не так жарко, но мушкара уже разлеталась. Здесь в лесу какой-то очень интересный папоротник, он как дерево.
Лодочка уже готова. И салатик. Салатику жарю картошку. Для рывка захотелось еще глоточек кофе. Уже картошка подрумянилась. Картошка уже готовая. А как огонь, угли? Углей много, но надо немножко подождать. Сейчас все будет в порядке. До темно успеем, Наташа, 100%. Еще нарезала чесночка для картошки. Не одним же раком баловаться чесноком и сомом. Мы тоже хотим для свежего дыхания. Вот, пришло время и для куропаточек. Было время от рыбалки свободное? Да. Пошли в лес? Наловили куропаток. Много ловить не стали, по-человечески. По одной я начал. Наташ, для меня покрупнее. Натурпродукт. Сейчас вкусно приготовим и вкусно поедим. Всем приятного аппетита. Уже вечер наближается. Поужинаем и поедем на рыбалку. Тишина такая, да? Все уже накатались. Хорошо, что взяли этот тент, потому что сыпалось весь день. Это дуб цвел, наверное, да? Цветет? Я не знаю, но скорее всего, да. И гусеницы уже начали лазить сюда. Да, сегодня много было гусениц, прям по ногам ползают. А сейчас эти попрятались, слепцы. Сейчас как на нас, прям ждут, не дождутся. Они ждут темноты. А может, сегодня не будет. Может, у них просто какой-то перелет такой был, посмотрим. Ой, ну, какие уже. Подрумянились. Красавицы, да. Будет очень вкусный. Очень вкусный. Я люблю куропатки. Курицы не люблю, а вот куропаточки за милое дело. Очень вкусные.
мариновала их с лимончиком, солью, перчиком. И ложку, такой есть дрессинг для салата, Italian дрессинг. Он тоже немножко такой с кислинкой и с перчиком. Оценим. У нас немножко жара спала. Сейчас стало классно. Комарик немножко балуется, но мы средством побрызгались, вроде нормально. Так что, я думаю, вечер будет хороший. Ну что, приобретает уже? Да, золотистый оттенок. Ох, такие наши. Куропаточки. Пальчик оближешь. Картошка уже готова. А наши перепелочки? У нас все на подходе. Еще разочек перевернем. О, да, как смотрит. Как вертится. О, шикарно. Ух, вкуснятина, ух. Какие аппетитненькие. Куропаточки. Да. Ужин готов. И картошечка. Все почти по-деревенски. Все. Все, привязали к раколовке поплавок. Ребята, погружаем раколовочку. Уже малек плавает возле нее. Может, ее потянуть дальше? Она утопит этот, наверное, кружок. Подержи немножко. Ага. Я чуть-чуть вперед сейчас дам. Буквально чуть-чуть приподними, чтобы она там не тормозила. Так делаю. Ага. Она уже на дне. Давай. Я чувствую, она почувствует. Ага. А что она стояла прямо?
Нормально. Пойдет. Ну все. Good как luck. Раз. На улов. Так, доктор прописал. Опять кошкара эта налетела откуда-то. Эти сливцы, блин. А мы плывем куда? Плывем на ту заводь, здесь эту щуку поймали. Я думаю, что нам надо мотор, слишком далековато. Не, наверх повезти. Идем тихо. Вчера еще в это время у многих костер горел, а сегодня только в одном месте. Почему все спят. В одном? А у нас? А у нас еще. В двух местах? Да. Сейчас будем проходить мимо на нашем баркасе. Покажем. О, у меня уже на телефон посадили всякие букашечки. Еще кто-то один не спит. Плаваю тут ночью. Там вообще лампы, костер горит. Там еще бодрствует. Да, вот тут на лодке бодрствует. Мне кажется, что их еще больше сегодня, чем вчера было. Просто мы одни сегодня на берегу. Да. Бодрствуем, и они все. Вау! Так вчера такого не было, Юр. Да понял то же сам. Да ты что, на камере вообще не видно тебя, только полоски от летающих насекомых. Да это вообще просто. Ты брат, блин, забегу. Уже на камеру сел, даже не видно экрана. Раз побыстрее. Съедят нас тут. Прям в нос залез. Кто там у нас самый живучий остался? Так его еще и поймать надо. А ты уже эти мертвые выкидывай, чтобы они не путались тебе. Не притворились они? Да, конечно, они притворились. Да нет. Капец, блин, их тут столько. Что нам? На экране только полоски, они летают, и прямо через весь экран все время полоска. Это вообще... Оно где хоть? А, может, где-нибудь было? Пока я там... Так, ставим второй кружочек. Машкара вообще не дает никакого наслаждения от ночной рыбалки. И буши везде лезет, блин. Какой-то период такой мы попали. Такого мы еще не видели, первый раз у нас с этим. Апокалипсис. Ну, вообще их только много.
Но они не кусают, они... Они не кусают, они лезут во все да, дырки. Да, просто лезут сюда. Вчера было страшно от них, а сегодня уже привык. Теперь я понимаю, как в Сибири люди живут. Да вообще. У нас даже полоски выгоняют, смотри. Ну хоть от берега далеко. Ничего делать, прям лезут в глаза, в рот, везде. Не, ну я вообще не могу, это какой-то апокалипсис, блин. Так мы одни на этом озере сейчас. Они что, все на нас? Да. Тем более мы включили свет, у тебя... Фонарь горит, а у меня телефон включен. Да нет, я вон смотрела видео, в Сибири даже так не летают. Это последняя? Да. Ну все, маленькая, иди за добычей. На тебя надежды большие. Возлагаем, да? Да. В таких условиях. Рыбалка это еще. Как нужно любить рыбалку, чтобы в таких условиях ловить. Ну все, домой. Вода, воздух, да? Ветер.